глаза в рождественское небо. Загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Вместо лжи красивый фраз. Это облако из роз, лепестками белых роз. Наше лоб. Каждый раз, когда кто-то пытается эту песню петь, вкладывают столько труда, Господи, даже иногда думаешь, Господи, скорее бы ваши мучения кончились. Но вот сегодня я увидел, наконец, счастливого человека, который действительно, по-моему, любит до слез и от этого счастлив. Ну что ж, давайте приступим к обсуждению. Любовь. Вокал потрясающий, голос сильный. Но мне было немножко скучновато, честно говоря. Нет... А я... Ты тоже скучал? Нет, я тебя целовал. А он меня целовал, да. Честно говоря, я не вижу, вот, что эта песня
интересно в другом исполнении, даже при таком вокале. Это за вокал я бы, конечно, поставила туз, но я хотела бы еще видеть на сцене артиста, который не только бы пел, но еще и играл. Поэтому я поставлю «Короля». Александр Яковлевич, вы там вошли в образ, да? Стали целовать любовь? Да, я целовал любовь. О Ярославе мы уже говорили, голос у него действительно замечательный. Лирический тенор, а здесь драматический должен. Песня действительно потрясающая. Она просто, если ее только начинают, фа-ди-фа-да-фа, и зал, сразу. Любимейшая людьми песня потрясающая. Но я с Любой согласен. Я думаю, что просто в данном случае не совсем точное попадание вот... в образ «Король». Спасибо большое. Михаил Захарович. С такой песней трудно не получить туз, на самом деле. Но вам все-таки это удалось. И вы получаете «Короля». С удовольствием причем. А вот мне интересно, Александр Васильевич, а вот вы ходите в караоке? Нет, очень редко. Я, когда прихожу, то я слышал, как поют мои песни. Это в ужасе. Я помню, как, значит, пел один такой уже пожилого возраста человек кавказской национальности, он пел школьный роман. Окончи школьный роман. Окончи школьный роман, да дир зачитанной книжкой. Вы сами какие песни, вот если идете? Я в караоке никогда не пою. Я один раз пел в Сочи 25 лет назад. Несколько человек было, у двоих вообще слуха нет и голоса. Но зато есть давление такое. То есть они поют очень громко, но мимо тональности. Так вот, я получил 63 балла, понимаете? Они там по 80, там и по 75. Извозчик пели. И вот я после этого извозчика никогда в жизни в караоке не пел ни разу. Вы поете хорошо, да? Ну, что касаемо этой песни. Если в том углу целовались, то в нашем углу мы похвастаться этим не можем. Чего нет, того нет. Слава тебе, Господи, Александр Васильевич. Слава тебе, Господи. Да. Пронесло. Мы заслушались, понимаете? Я присоединяюсь к мнению моих коллег. Это немножко так... надрывно было и не свойственно вот вашему голосу. Я поставлю вам «Короля». Вот. Спасибо большое. Ярослав Сумишевский и «Четыре короля».